Токтагульская ГЭС в Киргизии, пусковая стройка 9-й пятилетки. К началу этого года в тело плотины было уложено около 1 000 000 кубометров бетона. Для обеспечения строительства ГЭС сооружен специальный бетонный завод. Это современное предприятие, оснащенное новейшей техникой. С главного пульта один оператор управляет всеми процессами приготовления бетона. Продукция завода идет непрерывным потоком. Высоких производственных успехов добиваются строители, работающие на возведении плотины. Наивысших показателей производительности труда добилась комплексная бригада Сияр-Китаева. С вводом в строй Токтагульского гидроузла производство электроэнергии в Киргизской ССР увеличится вдвое.